Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. У нас здесь парочка новостей есть, да, в течение следующих 2 недель нас ждет множество особенно увлекательных событий в честь 25-летия парка юрского периода. Прикиньте, 25 лет, это вышел фильм «Парк юрского периода. Первая часть». В общем-то, будем следить за этими акциями. Ну и, конечно, вот картиночка, которую я уже постил, это наш новенький будущий гибрид. Объедините цератозавра плюс синтетоцерес. Хотя вот по виду, да, казалось, что это будет гибрид мне с эрлифозавром. Но нет, это у нас будет цератозавр плюс синтетоцерес. Это у нас первый будет кроссплатформенный такой межвидовый, даже не то что межвидовый, межклассовый, в общем-то, гибрид. То есть синтетоцерес — это у нас, ну, что-то подобное на оленя, млекопитающее. И... ну и цератозавр — это один из древних хищников, который появился еще в начале там эры динозавров, задолго до самого даже аллозавра. Так, это мы прояснили. Давайте теперь сейчас мы на них полюбуемся. Вот наш синтетоцерес. Это у нас суперредкое животное, то есть ничем оно там у нас не выделяется. Давайте вот так немножко приблизимся. Так... обычно себе такой олень, ну, правда, у него 3 рога. Какая-то антилопка, газелечка. Да, ну и он, в принципе, ничем особо не изменился, даже на 40 уровне. Мало что в нем было изменено, кроме раскрасочки. Ну и рога стали похожи на какого-то жука, как будто бы это жук-олень. Так, это наш первый будет такой участник. Ну, как видите, сейчас кнопочка «скрестить» еще недоступна. Ну, как только станет, мы сразу же это сделаем. Ну, судя по всем данным, то есть, ну, гибрид с таким маленьким существом, ну, не знаю, должен быть меньше. Хотя, если там про динозавров еще есть споры, что они были теплокровными, либо хладнокровными, то, думаю, в случае нашего гибрида он будет точно теплокровный, ему даже можно и шерсть прицепить при желании. Давайте сейчас найдем цератозавра нашего. Так... метрик. Это кто? Вот, собственно говоря, и есть наш цератозавр. Так, вот так вот он выглядит. На 10 уровне выглядит, конечно, немножко так слабовато. Слабовато, я бы сказал. Давайте глянем на 20-й. Ну вот на 20-й уже с какой-то текстуркой вместо просто тупой серой кожи уже стало повеселее, но это как раз тот гибрид, который мне нравится на высоких уровнях прокачки. Его, скажем так, не уродует эти изменения, а даже украшает. Вот такие вот полосочки, немножко шипиков. Хорошо. Ну, даже вот в таком вот варианте шипы, конечно, большеваты, но в целом тоже выглядит хорошо. Ну, вот, наверное, 30-й такой самый какой-то приятный моему глазу. Хорошо, с этим разобрались. Так, ну, как вы поняли, мы в гостях, в гостевом аккаунте. Так вот, судя вот по вот этой надписи «Линкотоп». И давайте. Как раз сразимся кем? Ну, кем. Турнирчик на цератозавра, кстати, вот будет у нас на выходных. Ну, на этих будет проходить. А сейчас у нас есть турнир. Турнир «Белая мгла». Давненько я не сражался и редко как бы сражаюсь млекопитающими, и давайте будем это дело исправлять. Так, у нас в соперниках 2 Келенкина. Кем мы будем с ними бодаться? Давайте Келенкин против Гасторниса. Так, Гасторнис, ему подменяться, собственно говоря, особо не на кого. Давайте потом возьмем Таликосмила. Хотя он такой дохлый, давайте возьмем покрупнее. И возьмем еще одного Гасторниса, например. Так, ну что, птичка моя. Давайте проатакуем. Я думаю, он нас атаковать особо не будет. Ну а если и будет, то не сможет нас убить. Так, давайте так. У него будет 3,
И что же он сделает? Давай, атакуй! Да. Не срослось. Ладно, прощай, Гасторнис. И 5. Оу-оу-оу. Это было больно. Ну, для этих целей у нас есть такое вот животное. Раз-два, раз-два. Даже 3 поставлю. Потому что он сейчас 100% подменится на Мегатерия. Хотя у него на это потратится лишний балл. Надо было 2 ставить. Так, а ударил он всего лишь на 1. Это, конечно, не очень хорошо. Попробуем пробить его. И у нас это получилось. Но то, что он не поставил защиту, это настораживает. Получится слишком много баллов у Келенкина. Целых 6. Он атакует нас всего лишь на 4, да? Нет, даже на 3. И у него осталось еще 3, но я думаю, нам 2 хватит. Ха, легко. Легко-легко, а ушки как у белочки. У Тали Космила. Тила Космила, точнее. Я вот это иногда, наверное, путаю, да? Называю его Тали Космилом, хотя он Тила Космил. Отлично, это был наш первый бой. Так, ну здесь мы можем спокойно себе использовать любое количество наших животных и в любых его комбинациях. Так, у нас здесь такой разношерстный набор. Давайте возьмем мамонта, будет танковать. Потом, после мамонта нам нужен снова Гасторнис, давайте возьмем. Так, у нас в этом аккаунте нет... В этом аккаунте нет носорога. Та-да-да-да. Хорошо. Так, вот так он подменяется на Мегатерия. Ну, а там потом. Что у нас получится? Мамонт будет сражаться с Мегатерием. У меня там есть Гасторнис. Я подменюсь, завалю Мегатерия. Там потом появится. Нужен еще один... Скорее всего, Тила Космил. У нас сегодня птичный день. Птичий день. Давайте его немножко укусим. Две тысячи, это отлично, что он не может снять с нас даже половину. Мы его защищать не будем, он у нас пойдет на мясо. Пять баллов. Ну что, рогатый, атакуй. А не то получишь буй. Буй. Так. Ладно, раз такие пошли пироги, то нужно делать так. Раз, два. Раз, два. 3. А он поставил всего лишь 1. Ярость Гасторниса. Так, ну, наверное, в честь 25-летия нужно будет значок использовать парк юрского периода. Первая часть. Так, сколько у него там было баллов? Что-то я вот как-то не посчитал. Ну и ладно. Пусть будет так. Мы легко с этим справимся, с любым. Так, Динотери, 182 уровень. Неплохо. Но это его не поможет. Так, лысая крыса. Он выглядит как лысая крыса. Не знаю, почему у меня такая ассоциация, но такая вот она есть. Ну и
тела. Космил сейчас его нашинкует. Так, ну что, у нас остается один еще бойчик. Давайте это дело мы освободим. И давайте смотреть. У нас сумчатый лев. Наконец-то, наконец-то. Вот это сейчас будет жара, ребятам. Так. Гиенодон. Анакондаедон. Блин, вот мегатерий. Он такой слабенький. Такой слабенький. Ну ладно. Пусть будет. Вот так вот давайте. Наша главная задача, чтобы мегатерий хотя бы кого-то съел. Собственно говоря, я могу и просто его так вот проатаковать. Так, ну, чё-то не знаю как-то. Я его просто, конечно, пробил. Но сможет ли Динатерий нас пробить? Чую, пожалуй. Три балла. Нет, два балла. Нет, точно не может. Это отлично. Значит, мы эти баллы перенесем, и с ним разберется Мегатерий. Лишние баллы отправляем в атаку. Так, только не надо умирать. Молодец. У нас для тебя другая участь. Семь баллов. Ууу, какие страшные, ужасные клыки, как у моржа. Кстати, да, у него нос похож на моржа. Такая толстая, морщинистая, темно-красная кожа. Давайте так даже попробуем сделать, чтобы у нас Мегатерий выжил. И попробуем с помощью Мегатерия завалить еще одного Динатерия. Мега плюс Дино и оба Терия. Ха! Вот так вот. Фигушки тебе. В общем-то, очень легко разобрались. Всего лишь один Гиенодон и один Мегатерий. Справились с этими тремя вкачанными монстрами. Это супер! И получаем нашу маленькую награду. Вот такие вот дела, ребятки. Так что нас ждет на выходных турнирчик. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.